выключи. Обычно это ранний... Обычно это ранний доступ, а не полные версии. Полные можно купить, а ранние только по контактам. Удачи. Гейл. Так, он будет играть с Робинсоном. Мне кажется, что Робинсон... Робинсон, учитывая то, что он... Да, он поляк. Он поляк. А следом будет либо Спейл, либо Weak Undead. Tox D у него никнейм. Миш, понимаешь, не к месту, сегодня от громкости рекламы Озон чуть не умер. Не к месту, конечно, но... Реклама Озон. Поймать. Ну, надо поймать по-хорошему ее, что там при клике. Но я понял, хорошо. Чтобы не забыть, я запишу. Все-таки Кейк жалуется. Знакомый. На нотах запишу специально, видишь. Чтобы не забыть. Кейк. Жалуется на Озон. Все, не видать тебе рекламных контрактов с Озоном. Все. Записал. Чумандер, планируется прохождение XCOM Химера Сквад после 24 апреля выйдет. Я смотрел неоднозначно. Это больше похоже на мод ко второму XCOM. Какой-то яркий, попсовый. Очень странный. Пока что не страшно. Не страшно. А XCOM должен быть, на мой взгляд, в определенной стилистике. Суровый, сложный, не для всех. Вот. Ну, посмотрим. В конце концов, это Firaxis. Повторюсь, они сильно не подводили. Виперон, привет. Окей, кстати, ты можешь проверить свою почту, на которой аккаунт зареген. Мы в этом месяце раздали всем ГГ-плюсы в честь сидения массового дома и времяпрепровождения. Так что ты можешь в какой-то веке... Армию игрока атакуют. Прозоветь. Всегда можно выкрутить цвета на мониторе. Что? Окей, хорошо. Так, болеем, естественно, за мистера Виннера. Не то, что мы плохо относимся к Робинсону, мы его просто не знаем. Чомандос переподписан 18 месяцев. Арахник, здравствуйте. Просто мы знаем мистера Виннера, он такой старательный, хороший, хороший игрок за Альянс. Он, вы знаете, играет в рифлов и кастеров. Старается. Вот. Но эльфы — это его, можно сказать, специализация. Если с... Ой, там эльф с Варденкой. Блин, Варденка даже, которая в Харасте идет. Первого уровня Варденка. И сразу мага. Серьезно. Правда, у нее когти есть, там... Так, мистер Виннер немножко уже не доконтроливает. Мог бы подблочить рабочими, в смысле футменами. Сразу этого делать не стал. Ну, с другой стороны, Варька уже потратила 2 кинжала, у архмага даже половину жизни не сняла. Так что тенденция хорошая. Но против такой подруги нужно обязательно ставить магаз пораньше, что у нее... Ну, это ее задача сейчас будет. Ну, у мистера Виннера ничего его не собьет с пути. Истинного сразу ставит Blacksmith. Как бы рифлей без кузни невозможны, поэтому кузня строится обязательно. Стабильный игрок. Да, стабильный игрок. Не, ну стабильность, смех смехом, а стабильность — это очень важный параметр. Ой, вот сейчас хорошо подблочил, не дал Варьке побежать. Но даже если бы она побежала, на самом деле ничего страшного не было бы, потому что у нее со здоровьем уже колоссальные проблемы. И если вдруг там захочется, какие мурлоки гадки. Если вдруг она пойдет в размен, вот, то может, то она скорее умрет, чем архмаг. Даже несмотря на наличие даггера. Она хочет просто поотвлекать, пока крипит более жирную точку. Это план довольно хороший.
Да, только эльф тут немножко делает ретаргет. Молодец. Только нужно сейчас арчу спасти. Господи, эльф, аркадник. Ну ладно, он добивает, получает второй уровень. Мощное зелье исцеления выпадает. Вообще, последние несколько, ну, не знаю, несколько месяцев мы наблюдаем, как роль Варден, во-первых, ее доля увеличивается в играх эльфийских. Если раньше мы были ограничены, ну, чаще ее встречали на определенных картах, ну, которые покрупнее, посвободнее, где ее можно прокрепить, то сейчас мы ее наблюдаем даже на маленьких дуэльных картах все чаще и чаще. Потому что стал понятен шаблон, по которому можно играть против дефолтного хумана. И стало понятно, что если даже с определенным отставанием ты подойдешь к варьке пятого уровня, то обычно ты отбиваешься от стандартных там всяких пушей. Ну, противник начинает там что-то терять в результате. А там с пятого до шестого тоже недолго. А когда варя получает шестой, игра вообще меняется. Потому что что? Да, не добил, фух. Рунный браслет, очень повезло с Варденки. Фразон говорит, Sonic does not Sonic. Ну, Sonic, скорее всего, стримит. Поэтому я не буду ливать в середине катки Фразон. Ну, матч-то хороший, да. От нового графона уже вообще отказался? Не-не-не, я просто недонастроил для... Возможно, к пятнице все-таки настрою новый. Ну, проверю, там лагает, не лагает. И на две... О, и хороший телепорт персональный. Но очень плохое исполнение. Не сразу среагировал эльф, что нужно прямо здесь сейчас делать ножи и прятаться. Мистер Виннер разделяет рабочих. Ну, как-то странно разделяет. О, вот это хорошая идея. Использовать виспа для того, чтобы вышка на него переключилась. И, ох, тем не менее, Mountain King. А как отсюда можно выйти? А никак отсюда не выйти. Ну что, прятаться нужно. Непонятно, зачем эльф ловит. Иди сразу делать ТП. Очень странно. Ну, он убил там трех рабочих, но это не... Да, и два протектора. Это тоже хорошая тема. То есть главное, чтобы не продавили. Главное, чтобы не продавили. А дальше сейчас лорница. Одна лорница, как правило, играет на Т3. Потом вторая лорница. Крипинг, соответственно, обратите внимание, два барака для того, чтобы варьку быстрее прокачать. Даже покупает шреддера, несмотря на стоимость, и не делает при этом грейд на Т3. Такие эльфы пошли. Что в массу собирается играть. Варя уже 4 уровня. Мистер Виннер крипит Маунтин Кинга своего. Ну и мне очень интересно, что он будет вообще дальше делать. То есть эльф-то понятно, у него задача... Серьезно? Ты же прям со шреддером полетишь? Ой, ну как ты летишь-то, ё-моё! Давай мимо все... Очень поздно среагировал эльф. Ой, там обзор днем с дирижабля космический. Барак к ним отожрал. Тут два протектора. Надо лететь, надо отбиваться. Под двумя протекторами отбиться можно легчайше. Хороший ДПС. Не диспелли, тем не менее, эльф виспов. Ну тогда шреддер пригодится. Да. Анонм 1994 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: спасибо за стрим. Спасибо тебе. Рядом сидит жена. Затягивай ее в нашу секту. Эх, сложно это будет сделать, потому что все-таки столько всего непонятного происходит на экране. Мы тоже не первый год варик смотрим. И игроков знаем, и игру тоже знаем. Ну, дирижабль использую. Ты что ж делаешь-то? Ну, ё-моё, висит дирижабль. Понятное дело, что сейчас будут бить тролля. Можно было такой классный момент сделать, тыкнуть в него заранее, чтобы, ну, там, молоточек летит, ты тролля поднимаешь, спасаешь. Изи. Варя ловит молоток. А можно, кстати, убить МКУ. Свиток лечения. Как же криво Варя работает. А все равно убьет она Маунтин Кинга. Не удалось мистера Виннера окружить.
Я хотел болеть за мистера Винера, в результате эльф появляется с варденкой, и я голову теряю, все. Где ночь? Где реген маны? Реген маны идет. Где ночь? Ночь уже, видимо, пропивал. И он сидит на Т2. Серьезно, на Т2. Quad damage, говорит, я жену максимум смог на ХС затянуть. Лоу скилл, короче. Ох. Не, ну ХС, да, ХС попонятнее, на самом деле. Армию игрока атакуют. Во-первых, можно на мобилочках играть, во-вторых, качественная она. Ну, если не брать там вопросы баланса и прочее. Как-то понятно, вот она карта, вот они цифры, вот они способности читаем. Вот он противник, все понятно. Ну, мистер Винер молодец, конечно, он крепит красную точку. Но ему нужно как-то... Чакет собраться. Поддержал ваш канал на 842 Чакет. Рубля и сообщает. Да ежишь. Заработал на ГГ. Отдал хозяину ГГ пека. Спасибо, Кейк. Немного ты на ГГ заработал. Хозяин. И надо было Абвера отправлять сразу же. Короче, понятно, чем будет заниматься Робинсон. Ну, вот эти вот залеты. С... Ну, где ножи? Армию игрока атакуют. Но непонятно, что будет делать мистер Винер. О, может дирижабль сбить. Дрядку спаси. То есть ему-то нужно как раз думать о том, как вот это вот штурмовать. С одной стороны, тип есть неплохой. Это подрывник. Потому что так стоят мунвеллы и эти... То есть ты вот сюда вот подрывника одного взрываешь, это минус 2 мунвелла, и коцается протектор. И коцается немножечко, но вот эти вот еще двое. И даже уничтожив 2 мунвелла, ты окупаешь подрывника вообще сразу же. Конечно, подрывники против варки вещь рискованная, но если есть Mountain King, то можно и попробовать. Просто вот эта вот ситуация патовая, когда, ну, в которой очень многие хуманы оказываются против там 4-5 варден. Ну и дальше, соответственно. Она часто встречается, но все равно не совсем до конца понятно, что с этим делать. Варя крепится благодаря хил вардам до 5 уровня. Это очень грамотная тема. Во-первых, она здесь получит артефакт какой-то. Зря подставляется так. Ну зря. Сзади подходит мистер Винер. Чаша выносливости. После телепортации решил оставить? Да что, куда ты? Куда ты, что ты? Какой же ты аркадник. После телепортации еще возьми. Я не понимаю, почему, например, бутылку маны не пропил. Стоимость такая же, 150. 1994 так. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Согласен. Дело сложное, но завтра у нее будет экзамен матчасти. Матчасти? Поспорили на то, что если экзамен пройдет, то я буду менять подгузник сыну Ратибору впервые. Ратибор, да. Впервые. Что до этого тебя не это самое, не... Приходится... Ладно, хорошо. Ну, ты предвзят будешь в любом случае, потому что... Тут такие вопросы можно по варику позадавать. Нормальный человек не ответит. Даже тот, который долго играет. Инвул пошел у варден. Ножи, 5-й левел. И она унижает рабов просто. А где твой персональный став? Вот сейчас придет он к тебе. Дальше что будем делать? Город, армию, игрока атакует. На блинке придется домой возвращаться. Пока мы возвращаемся... Где Диспл Дриад? Где Виспы на починке? Виспы на починке пошли. Варя вообще не туда. Протектор падает. МК третий. Маунтин Джайанты появляются. 40 лимита на 45. Не доконтроливает Дриад. Варя уже здесь. Варя готовится запрыгивать в кастеров. А может не запрыгивать, может просто. Блинк. Молоток. Все равно эльф выигрывает здесь. Видите, тенденция хорошая, до 6 идет. С экономикой у мистера Винера все очень плохо. Тут рифленый забыт. Ну, у меня вопрос, на который нет нормального ответа. Ну, кроме того, что эльф не прав. Почему он выложил персональный став? О, да вы, батенька.
Что? Ну что, он не знал, что диспелится МША или как? Гиппогриф говорит, странная игра. Ну, не, к мистеру Винеру вопросов нет. Ну, за исключением того, что надо было пушить с использованием подрывника, учитывая такую застройку классную эльфийскую. Вот. Но к эльфу вопросов больше. У вас есть два артефакта. Оба стоят 150 маны. Ой, в смысле, 150